Медиагруппа «Авангард» представляет. Я представляю банк ВТБ. Занимаюсь ВТБ вопросами, связанными с нормативно-правовым регулированием и законодательной деятельностью. Я являюсь экспертом тематической работающей группы Сколково, которая занимается вопросами, связанными с машиночитаемой доверенностью. Интерес связан с тем, что с 1 января 2022 года машиночитаемые доверенности станут фактически основным механизм подтверждения полномочий при подписании электронных документов усиленной электронной подписи. Это новая сущность, и поэтому ее введение, да, в процессы требует серьезного корректировки нормативно-правовой базы и внутренних процессов участников электронного документооборота. Основной интерес мой заключается в вопросах, связанных с использованием электронной подписи. Быстрое развитие каналов дистанционного предоставления финансовых услуг привело к тому, что банки в своей деятельности при взаимоотношениях с клиентами используют все законодательно установленные виды электронной подписи. Это и простую электронную подпись, и усиленную неквалифицированную, и усиленную квалифицированную. Поэтому вопросы, которые здесь обсуждаются, представляют для нас живой интерес. И, конечно, на первом месте это те изменения законодательства, которые были приняты в декабре прошлого года и предусматривают довольно-таки масштабную реформу как систем удостоверяющих центров, так и, в принципе, порядка подписания электронных документов. Неоднозначность связана с изменением правового регулирования, безусловно, да, и, конечно же, реформа деятельности удостоверяющих центров, в соответствии с которой ряд игроков, наверное, рынок покинет, на смену ему придут другие. Аккредитация по новым правилам создает определенную нервозность на рынке, это безусловно, вот, потому что будущее не определено индустрии в целом. Бывают два пути, эволюционный и революционный. Да? Тот путь, который нам предложен, он скорее похож на революционный, да? То есть будет что-то ломаться. Но то, насколько жизнеспособна предложенная модель, будет зависеть по истечении какого-то определенного количества времени, когда участники смогут адаптироваться к тем новациям, которые в настоящее время предложены. Принципиальный момент всей дискуссии на сегодняшней форуме – это готовность рынка к изменениям, которые вступят в действие 1 января 2022 года, да, изменения закона об электронной подписи. И именно эта тема меня интересовала больше всего, да, потому что мы сейчас у себя в банке внутри проводим большую работу по подготовке к вступлению в действие этих изменений, да, и насколько рынок в целом готов их воспринять, да, и использовать, чтобы это важно почему? Чтобы не остановился процесс, чтобы люди, ну, участники электронного документооборота смогли осуществлять подписание электронных документов в тех же объемах, как они это делают сейчас, чтобы не остановился процесс. От регулятора очень много зависит, да, потому что именно он формирует правила игры на рынке. Основное – это то, насколько регулятор будет слышать бизнес, да, потому что рынок в настоящий момент времени понимает все эти сложности, которые влечет за собой внесение, ну, то есть изменение нормативного регулирования. И если госрегулятор будет слышать рынок и вносить оперативные изменения в нормативную правовую базу, да, там, обсуждать с участниками рынка существующие проблемы, то именно в этом я вижу пути решения и выход из сложившейся ситуации, и чтобы эта нервозность была каким-то образом снята. Мне кажется, что уровень дискуссий и обсуждаемые темы острые, злободневные. Я удовлетворен результатами, да, ну еще, правда, форум не завершился. Хотел пожелать здравствовать и дальше, вот, и проводить дальше форум.